Озорная надпись на маршрутном автобусе привлекает внимание не только пассажиров, но и сотрудников ГИБДД и Департамента транспорта. За несколько часов рейда остановлено больше 50 газелек и пазиков. За два месяца этого года в Самаре произошло 8 ДТП с участием маршруток. И контроль за их состоянием объективно приводит к снижению этой статистики. Еженедельно госавтоинспекция города Самара проводит операцию «Маршрутное такси». В рамках данной операции, значит, особое внимание обращено на нарушение водителями правил маневрирования, значит, не предоставление преимущества пешеходам, значит, общее нарушение правил перевозки пассажиров, значит, те нарушения, которые непосредственно влияли на совершение дорожно-транспортных происшествий. Водители маршруток уже привыкли к регулярным рейдам полиции. Послушно предъявляют документы и получают предупреждения. Говорят, проще исправить недочет, чем платить штраф от 5 до 8 тысяч рублей. Хотя и без советов инспекторов знают, какой должна быть машина перед выходом в рейс. Технически исправно, внешне чисто, практически надежно. Если сотрудники автоинспекции в первую очередь проверяют соблюдение ПДД и техническое состояние машин, то департамент транспорта делает упор на содержание его в чистоте. При проверке учитываются погодные условия. С перепадами температур от плюса к минусу ежедневная помывка машин, конечно, не имеет смысла. А вот раз в неделю необходимо устраивать банные процедуры. Нарушения чистоты и порядка в маршрутках фиксируются сотрудниками департамента транспорта. На основании фотоотчетов в организации перевозчики направляются письма с просьбой устранить нарушения. Очень быстро перевозчики реагируют на все направленные нами письма, поэтому как бы дополнительных санкций не требуется. Единственное, то есть нами дается сейчас указание усилить контроль именно за выпуском подвижного состава. Комфорт общественного транспорта – основная задача предпринимателей. Ведь каждый день услугами маршрутного такси пользуются сотни тысяч самарцев. Ну, допустим, 99-й маршрут, вот я здесь постоянно ездил, у них, да, есть чистота. Некоторые маршруты, допустим, маршрутные такси, вот 131-й, они у них грязные. Это уже видно, то, что хозяева там или кто-то за ними не следят. Рейды проверки соблюдения чистоты и правил перевозок продолжатся. По поручению главы города Олега Фурсова, санитарное состояние автобусов и маршруток должно быть на особом контроле. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков. События.